Так, всем добрый вечер. Меня хорошо слышно? Как у нас со связью? Как у нас со связью? Меня слышно? Отлично. Огромное спасибо. Ну что ж, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Александр Давыдов, аналитик компании InstaForex. Тема вебинара – анализ текущей рыночной ситуации. В ходе предыдущего вебинара были просьбы рассмотреть такие валюты, как, например, иена, франк, там, ну и так далее. Я, честно говоря, взялся за иену, и как только открыл график, немножко опешил, потому что как-то кубик Рубик у меня не сходился. Было довольно любопытно посмотреть, что это такое, в таком, не в разрезе какого-то маленького отрезка, да, а, скажем так, за большой, достаточно очень большой промежуток времени, более чем за 10 лет, и вырисовываются очень интересные тенденции и картинка. Итак. Ой, здесь только обрезанный график с 2011 года. Так попало. Черт возьми. Ну что ж, тогда продлю так. Здесь, к сожалению, у нас из-за презентации вот так вот, это моя ошибка, руки, как говорится, бывает. А здесь мы видим график только лишь сентября 2011 года. Я смотрел график с самого начала 2007 года. И там картина диаметрально противоположная большую часть времени. По-хорошему, вот как раз к 2011 году иена только укреплялась. Причем тоже как раз вот с уровня где-то чуть выше 120. И мы видим такую вот постоянно нисходящую вниз. Иена укрепляется, потом иена вдруг начинает дешеветь. И вот, грубо говоря, мы, условно говоря, с 2014-2015 года пытаемся стабилизироваться. И с конца 2016 года, уже где-то с осени 2016 года, иена находится в относительно таком, ну, мягко выражаясь, узком диапазоне. Да? То есть где-то от 105 до 120 иен за доллар. А с чем же связаны вот эти вот мощнейшие движения с 2007 года? Это достаточно любопытный фактор. Первое. С середины 2007 года иена устойчиво дорожает. А вот Банк Японии как раз осуществляет программу количественного смягчения, то есть печатает деньги. По идее, должно происходить все наоборот. То есть, на первый взгляд, это нелогично. Должно происходить иное событие. А с самого начала 2012 года, ну, здесь у нас график сравнен только с 2011 года, но с 2012 года мы уже видим, мы наблюдаем рост удешевления иены. В 2015 году, где-то ближе, ну не к середине, к осени, этот процесс останавливается, и иена немножечко вновь пытается дорожать. При этом Банк Японии примерно в это же время снижает ключевую ставку рефинансирования до минус 0,1, то есть делает ее отрицательной. Но Банк Японии продолжает печатать деньги. То есть весь этот период времени Банк Японии печатает деньги, и на данный момент сумма уже превышает 2 триллиона долларов. Там надо точно посчитать, но где-то, насколько я помню, цифра уже приближается к 2,5 триллионов долларов. То есть не маленькая, это, естественно, в долларовом эквиваленте. То есть сумма, ой-ой-ой, какая не маленькая. Почему нет точных оценок того, сколько в долларовом эквиваленте? Потому что, естественно, часть иен тут же конвертировалась в другие валюты по тогдашним курсам. И то есть средний вот этот курс вычислить очень сложно. Поэтому мы знаем некий объем иен, мы можем его сейчас посчитать. Но это не совсем корректно по отношению к предыдущим периодам. Поэтому, проще говоря, это где-то от 2 до 2,5 триллионов долларов. Сумма огромная, при том, что ВВП Японии по паритету покупательной способности чуть более 5 триллионов долларов. То есть, грубо говоря, они напечатали там половину ВВП. Впечатляющие суммы даже ФРС такими масштабами не печатал деньги. То есть в абсолютных значениях больше, но в размере экономики американской сумма намного меньше. ЕЦБ тоже напечатал уже по 2 триллиона евро, но в размере всей экономики ЕС это не половина. Банк Японии просто вот делает то, что, к чему в свое время призывал Бен Бернанке, предыдущий, да, глава ФРС, который предлагал в случае дефляции разбрасывать деньги с вертолета. То есть на фоне первое, на фоне того, что Банк Японии печатает деньги, укрепление иены, какое бы то ни было, вообще выглядит абсурдом. Вот просто абсурдом. Ну, ладно. При этом 2012 год, когда иена начинает дешеветь, это, в общем-то, уже близится к завершению программы количественного смягчения ФРС. По идее, как бы она должна была
позже дешеветь, когда ФРС будет завершать. Точнее, да, когда ФРС подходил к завершению, уже начинал завершать программу количественного смягчения, по идее тогда, но иена начинает раньше дешеветь. И таких моментов с иеной очень-очень много. Более-менее логично укладывается, это 15-й год, когда иена начинает укрепляться. Это совпадает примерно с запуском программы количественного смягчения ЕЦБ. То есть здесь мы кое-как в какую-то логику входим. До этого вообще абсурд, то есть зеркально все наоборот. И вот здесь возникает вопрос, с чем же может быть все это связано? И необходимо разобраться в ряде вопросов ключевых, которые помогут найти ответ на эту логику. Ну, первое. Смотрите, ставка рефинансирования. Вот с 2007 года. В самом начале 2007 года ее повышают, ну как это, по японским меркам повышают, до 0,5%. Очень много, конечно, безумно много. А затем где-то в середине 2008 года уже программа количественного смягчения действует. То есть они сначала запустили печатный станок, подняли процентную ставку. Печатный станок продолжает действовать, они начинают снижать процентную ставку. Тут же снизили ее где-то с 0,5 до 0,1, там, до примерно 0,1%. И тут тоже масштабы 0,5, 0,1 просто несущественные. И как раз вот в самом конце 2010 года, почти в начале 2011 года, снижают до 0%. И дальше вот с ней идут. И в начале 2016 года снижают до минус 0,1. В этот промежуток вкладывается и начало печатания денег банкам Японии, и начинается и завершается программа количественного смягчения ФРС, и начинается программа количественного смягчения ЕЦБ. Банк Японии полномерно продолжает снижать процентные ставки. Все это должно было действовать крайне негативно на иену, но она сначала дорожала, потом подешевела, потом вновь немного подорожала. Никакой логики во всем этом нет. И по всей видимости мы должны констатировать факт. Никакой связи между ставкой рефинансирования Банка Японии и курсом иены на данный момент уже не существует. Это вполне разумно, если мы вспомним, какой объем денег напечатал Банк Японии. Объем денежной массы настолько велик, что уже, в общем-то, какая-то процентная политика Банка Японии не способна существенно повлиять на ситуацию. Ну, велик в масштабах всей экономики Японии. То есть первое, что мы, глядя на ключевой показатель ставка рефинансирования, мы несколько балдеем. Да? То есть никакой логики, никакой связи мы здесь не находим. А вот инфляция довольно любопытно выглядит. Смотрите, по сути дела мы должны констатировать факт. Перманентная дефляция. Даже вот 2007 год, когда Банк Японии принимает наконец решение печатать деньги, мы по факту должны говорить о таком болтании чуть ниже нуля. Это устойчивая дефляция. При этом мы должны понимать, что это не возникло из ниоткуда, это приползло из более раннего периода до 2007 года. Включается печатный станок в середине 2007 года и ближе к концу начинает расти. Мы даже, инфляция даже подскакивает до 2 с лишним %. Но давайте вернемся к процентным ставкам. Процентная ставка 0,5%, а потом они ее снижают. И когда они ее снижают, инфляция тоже начинает ползти вниз. Достаточно уверенно. Причем, смотрите, ближе к концу 2010 года она опускается ниже 2%, то есть дефляция уже. То есть дефляция достигает более чем минус 2%. Это очень много. Невероятно много. При такой дефляции иена должна дешеветь, а она дорожает. Далее, с 2010 года постепенно все-таки возвращается где-то к нулю, болтается в основном чуть ниже нуля. ФРС здесь уже сворачивает программу количества смягчения. Это вот где-то конец 2013-го, начало 2014 года. И вот как раз к началу 2014 года инфляция немножечко подскакивает чуть выше нуля. Дальше смотрите, какой парадоксальный момент. В начале 2014, ближе уже к 2015 году, середина 2014, вторая половина 2014 года, инфляция резко подскакивает почти до 4%. Что здесь делает Банк Японии? Он ничего не делает. То есть, если у вас настолько быстро подскакивает инфляция, в общем-то, по-хорошему пора бить барабаны и говорить: ребята, так, стоп, давайте-ка все успокоимся, расслабимся, берем паузу, мы повышаем процентную ставку. И давайте все посидим, попьем чаю и подумаем.
Банк Японии этого не делает. И как результат, инфляция не может удержаться достаточно высоко, и она начинает вновь идти вниз. Что делает Банк Японии? Он потом снижает процентную ставку с 0 до минус 0,1. Это вообще о чем? То есть вы должны были, когда инфляция резко подскочили, должны были немножко повысить процентную ставку с тем, чтобы и ситуацию немного стабилизировать. Но Банк Японии ведет себя иррационально, просто иррационально. На данный момент они, конечно, вроде как рапортуют, что вырвались наконец-то из дефляции. Да, по итогам 2018 года у них инфляция больше 1%, но почти весь 2018 год это дефляция практически, то есть ну, вот чуть-чуть выше ноля. Сейчас в Японии наблюдается некий рост инфляции, чуть меньше 0%, но учитывая все происходящее до этого, где гарантия, что это сохранится? Тем более, что Банк Японии проводит ту же самую непонятную политику. И что самое главное, эта политика вообще не соответствует ни поведению иены, ни поведению инфляции. И глядя вот на, вроде бы ты смотришь на какую-то валюту, думаешь, ну так, подожди, здесь я не очень понял, да? А давайте-ка мы посмотрим на ключевые параметры. Это у нас поведение Центрального банка, инфляция. Поведение Центрального банка говорит совершенно о другом, что должно было быть иначе. Инфляция тоже говорит, что Банк Японии должен был вести себя иначе. И поэтому вот этот пазл никак не сходится. То есть смотришь на это, что это, да, то есть что здесь происходит. Ну, раз мы не можем найти ответы в ключевых параметрах, которые определяют и настроение инвесторов, и поведение центральных банков, то надо задаться вопросом, может быть, там что-то другое есть, может, там что-то глубже. И прежде чем пойдем дальше, хочется задать небольшой вопрос. А что происходило, например, вот у нас ФРС, 9-й год, запускает печатный станок, иена практически не реагирует. Но почему мы наблюдали до этого рост иены, потом резко, то есть с 2007-го где-то примерно до 2012-го года, ну по-хорошему до 2011-го года, в 2011 году остановился процесс укрепления иены, а потом ослабления. Вот тут очень любопытный фактор. Да, вы вот с точки зрения здравого смысла ваш комментарий совершенно прав. Да, это напрашивается само собой. Пытались печатать деньги для поддержания вроде бы промышленности. Другое дело, что иены, если дорожают, то для экспортеров не очень хорошо. Это с другой стороны. Но может быть у них там долги, еще что-то. Надо напечатать деньги для них. Тут парадоксальный момент. Но вы близки к моменту. Государственный долг. Смотрите. Вот он, 2007 год, 183%, 8 191,8, 210,2, 215,8, 231,6. То есть мы и не смогли бы увидеть на иене отражение работы печатного станка, потому что они банально печатали деньги, вливая в госдолг. То есть напрямую финансируют дефицит бюджета. Это абсолютно аховая политика, она ее нельзя делать, но опыт России 92-93 года показывает, что ребята ни в коем случае это пипец будет. Банк Японии проводит целенаправленно это. То есть вся вот эта огромная масса денег, напечатанная по факту, ушла в госдолг. Она не вышла за пределы Японии, как это было с долларом, когда ФРС печатал деньги. Как это сейчас происходит с евро, когда ЕЦБ печатает деньги. Мы везде по ним и по доллару, по евро наблюдали одну картину. Включается печатный станок. Уверенное, достаточно продолжительное ослабление национальной валюты. Потому что печатают и деньги по какой причине? Как по-вашему? Вот для чего начинают печатать деньги? Есть идея? Вот, для роста ВВП, но не напрямую, косвенно. То есть главный показатель инфляции. Низкая инфляция, потому что многие забывают, что инфляция по факту это отражение баланса спроса и предложения. То есть если у вас есть инфляция, там, предположим 2%, это означает, что у вас есть неудовлетворенный спрос. То есть товары и услуги раскупаются. И их меньше, чем
потенциальный спрос. Значит, соответственно, вот в некоторые сектора, либо полностью в экономику, можно вкладывать деньги, для, там, открывать магазины, создавать производство с тем, чтобы удовлетворить этот спрос. Если у вас инфляция нулевая или даже отрицательная, это значит, что у вас весь спрос полностью удовлетворен. Вы на этом рынке продать уже ничего не сможете. Какой смысл вам сюда вкладывать? Поэтому центральные банки, вместо того, чтобы проводить, сейчас у них так модно делать, вместо того, чтобы проводить реальные структурные реформы в экономике, стимулируя рост конкуренции и так далее, они пытаются искусственно разогнать инфляцию, то есть, по сути дела, обесценить деньги и создать искусственный рост спроса. И этим стимулировать, через это стимулировать рост реальных инвестиций. То есть, как бы в кредит, да, условно говоря, создать видимость экономического роста с тем, чтобы получить реальные инвестиции, которые этот кредит компенсируют. Но это нам было очень хорошо наглядно видно, что эта система не работает. Как только ФРС включил печатный станок, тут же пошел отток долларов из США. Как только ЕЦБ включил печатный станок, тут же пошел отток евро из Европы. Почему? Потому что мы живем в глобальном мире. И те же самые банки, европейские, американские, они работают не только в Европе и США, они работают по всему миру. И они прекрасно знают реальную ситуацию с доходностью инвестиций и капитала в различных частях мира. И вот, предположим, они получают деньги от ЕЦБ, европейские банки. И что они с ними должны делать? По логике, ну, по задумке, они должны брать эти деньги и вкладывать тут же в европейскую экономику. Но хрен там. Да, потому что, а какой смысл? В Европе реальная доходность капитала уже там, в районе 1-2%. То есть срок окупаемости инвестиций уже давно превысил 50 лет. Это, ну, очень много. И какой смысл брать эти деньги и вкладывать? Может быть, лучше вложить их в какую-нибудь Африку, Латинскую Америку, Азию. Даже в те же самые российские ОФЗ, по которым доходность свыше 7%, это под 8%. Сравните, да, то есть, например, с Европой, где доходность облигаций чуть больше 0%. Поэтому эти деньги выходили. И создавался отток этого капитала, поэтому и доллар сначала, потом евро дешевели. А вот с иеной другая картина. А потому что эти иены не выходили, они напрямую финансировали бюджет. Они напрямую увеличивали госдолг. Следовательно, это говорит о том, что внутри самой японской экономики заложены очень серьезные проблемы, которые надо срочно решать даже вот таким пожарным путем. Это, в принципе, по-хорошему, выражаясь экономическим языком, финансовым, да, тушить пожар деньгами. Ни к чему хорошему это привести не может, но, по всей видимости, ситуация такова, что выйти по-другому они не могут себя вести. И дальше мы увидим, что да, действительно, к сожалению, но в японской экономике положение таково, что другого выхода у них нет. То есть да, это плохой способ, но все остальное будет еще хуже. Смотрите на население. Это устойчивое снижение численности населения. Только в 2010 году был скачок. Все. И то по сравнению с 2007 годом скачок где-то примерно на 300 тысяч человек. В масштабах страны с населением более 120 миллионов. Это немного. При этом сейчас мы имеем население 126,7, то есть на миллион меньше, чем в 2007 году. Устойчивое снижение численности населения. А что мы говорили про инфляцию? Что это спрос и предложение. Спрос может быть по большей части всегда ограничен физическими рамками, то есть количеством потребителей. Даже если вы всем потребителям раздадите по миллиарду долларов, они все равно не будут потреблять в 10 раз больше мяса. Понимаете? То есть есть какие-то физические пределы того, сколько человек может потребить. Физические ограничения. И сколько ты денег не раздай, ты этот предел превысить не сможешь. Никогда. Ты не можешь заставить человека есть стейки по 3 раза в день и при этом еще заедать овощами и по разу в день менять автомобиль. Нет. Это выходит за рамки даже потребительской модели поведения. А уж рационально это противоречит вообще напрочь. Ну и физиологически тоже в некоторой степени. И при этом, если у вас снижается численность населения, то, следовательно, у вас уменьшаются физические пределы рынка. Да, мы наблюдали ситуацию, когда, например, в России снижалась, был, там, до 2010 года снижалась численность населения,
но при этом рынок рос, потому что происходило восстановление за счет эффекта низкой базы. То есть попутно у населения росли доходы и располагаемые доходы. И они увеличивали свои траты. В Японии у людей, в общем-то, как бы не было никакого спада доходов катастрофического. У них они относительно стабильны. Даже иногда проявляют способную тенденцию к росту. И, ну, иногда. Так-то по-хорошему там лет за 15 реальные зарплаты только упали. Но не сильно, на самом деле. И, соответственно, снижение численности населения не будет компенсироваться ростом потребления. Там, в общем-то, с потреблением еще с 70-х все относительно неплохо. То есть уже звоночек к тому, что, ой, ребята, а здесь что-то внутри системы не очень хорошо. Но дальше гораздо веселее. Смотрите на возраст выхода на пенсию. Мы чуть дальше поговорим про возрастной демографический состав. Это ключевой момент. Знаете, еще, ну здесь данные только с 2009 года, но там, насколько я помню, просто в этой базе данных не было более ранних данных, у них, в общем-то, 60 лет достаточно давно уже. И вот в 2013 году они повышают до 61 года. У них возраст выхода на пенсию мужчин и женщин одинаковый. В 2016, ну, то есть буквально через 3 года, 62 уже становится. То есть население уменьшается, повышают пенсионный возраст. То есть такими темпами через 2-3 года можно ждать спокойно, ну, может быть, даже уже и в следующем году спокойно можно ждать очередного повышения пенсионного возраста там, до 63 лет. И вот что такое, какова ситуация с демографией в Японии. Численность населения Японии неуклонно снижается. Средний возраст японцев постоянно растет. Сейчас он чуть более 40 лет. То есть что это означает? Что встретив японца с наибольшей долей вероятности, он будет там 40, ему будет 42-43 года. Это вот чисто по статистике, да? То есть наибольшей вероятностью, что вы встретите именно такого человека. Это вот просто средний возраст японца. При этом самой многочисленной возрастной группой являются в возрасте, смотрите, от 60 до 65. Пенсионный возраст. О. Что из этого следует? Что раз у них самая большая группа людей, это люди уже предпенсионного возраста. И они сейчас выйдут на пенсию. Это самая большая группа работающих, которые производят какой-то продукт, что-то делают. Если они выходят на пенсию, кто работать будет? При этом доля несовершеннолетних, то есть людей в возрасте там, до 20 лет, так принято так считать, до 20, самая низкая в мире, ну, по крайней мере, среди развитых стран и крупных стран, это не превышает там уже чуть менее 15% от численности населения. Для сравнения, в России, где демографическая ситуация не самая лучшая считается, чуть более 25%. А, например, в США более 30% это люди несовершеннолетние. То есть, поставьте, да, то есть у них мало того, что огромная масса людей сейчас будет выходить на пенсию, кто будет работать, так их некем заменить. А средний возраст японца, он уже, в общем-то, ну, японки, уже мало репродуктивный. То есть ждать увеличения рождаемости крайне сложно. Дошло до того, что правительство Японии, Япония самая закрытая страна для иммиграции в мире, ну, мы не считаем КНДР там какой-нибудь, там получить гражданство, даже вид на жительство и рабочую визу крайне сложно в Японии. Просто нереально сложно. В этом году правительство Японии упростило процедуру получения подданства. Ну, в Японии нет граждан, у них есть подданные. Потому что монархия как-никак. И дошло уже до такого. Ну, чтобы было более понятно, наглядно, могу привести такие примеры. В Японии колоссальная проблема со здравоохранением. Огромное количество людей пенсионного возраста, либо уже предпенсионного возраста, люди за 60. Их достаточно много. Эти люди в силу социального обеспечения имеют, в общем, доступ до бесплатной медицины какой-то. И учитывая, что их достаточно много, они с собой забивают все больницы. А в Японии нередки случаи, когда роженец возят из одной больницы на скорую помощь из другой, и она умирает прямо в скорой помощи. Почему это происходит? Смотрите, средний возраст японца и японки чуть более 40 лет. Женщина в 40 с лишним лет, ей родить достаточно сложно.
Это, то есть, да, нет, нормальная медицина, с нормальным медицинским уходом, в нормальной больнице, да, а там проблем не будет. Но ее же надо туда привезти. Мне рассказывали вот, знакомые, которые писали кандидатские в Японии, ну, докторские степени, рассказывают такую историю, что вот женщина рожает, у нее отходят воды, приезжает скорая помощь. Они приезжают в одну больницу, говорят, у нас мест нет. Они в другую больницу, у нас мест нет. И в третью больницу, у нас мест нет. Ну и в машине женщина умирает. Вместе с ребенком, естественно. И эта ситуация не единичная. То есть таких ситуаций очень много. И это все приводит нас к мысли. Смотрим на госдолг. Размер государственного долга. То есть, соответственно, надо содержать вот эту социальную систему. Поэтому неудивительно, что когда Банк Японии запускает печатный станок, мы не видим безумного потока иены по всему миру, скупки каких-то активов, вложения в фьючерсы всевозможные. Нет. Прямое выкуп госдолга. При этом это больше похоже еще дополнительно на санацию денег. Если взять весь ВВП Японии, это примерно 5,5 триллионов долларов, ну, паритет покупательной способности, это будет более справедливо. А напечатали где-то 2 триллиона долларов, эти деньги ушли почти полностью в госдолг. От 5,5, ну ладно, будем для простоты счета брать от 5. От 5 процента, от 5 триллионов, 2 триллиона, это примерно сколько у нас? 40%. Был госдолг 183, по идее он должен был стать 223, а стал 253. То есть помимо того, что сам Банк Японии напрямую финансировал госдолг, госдолг финансировали еще и японские корпорации. Ну это, во-первых, просто четко отражает и саму ментальность японцев, и прямую взаимосвязь правительства, то есть японских властей с крупными японскими корпорациями. Там прямая связь абсолютно. Получается, не только Банк Японии, печатая деньги, не давал выхода этим деньгам за пределы Японии, так еще японские корпорации и банки проводили изъятие собственных йен из-за пределов Японии и репатриировали их обратно в Японию. Вот тут становится логичным, почему с 2007 года мы видим устойчивое укрепление иены. Оно было связано с этим. То есть к этому процессу подключились еще частные корпорации японские. Ну, такая попытка спасти тонущий корабль, на котором мы все плывем. Благородно, безусловно, благородно, но, судя по ситуации, бесполезно. Эффекта ноль. Тоже очень показательно это розничные продажи. Смотрите на вот эти колебания. Да, есть всплески, есть там бывает и больше 10, но это же происходит постепенно после спада на 5 с лишним процентов. Потом, после вот этого роста на 10 с небольшим процентов, происходит спад почти на 10%. То есть, а по-хорошему розничные продажи просто колеблются в районе нуля. Розничные продажи – это без учета цен. Это физический объем реализованных товаров и услуг. Они не растут. То есть, японской экономике некуда расти. Ей просто по-хорошему некуда расти. Тогда возникает вопрос. Хорошо, вот такая ситуация. Расти внутри экономики нет. Ну, все собрались, говорят, надо спасать страну, печатаем деньги, деньги возвращаем, финансируем госдолг для того, чтобы обеспечить социалку, пенсии и тому подобное. Хотя, с другой стороны, чем это поможет? Уже в скором времени у них уже сейчас не хватает медсестер, водителей. А население стареет. Молодежь будет, то есть на небольшую группу населения в виде молодежи, которая сейчас будет выходить на работу, на их плечи садится колоссальная нагрузка по обеспечению вот всего старшего поколения, всех старших поколений. При этом, кстати, есть еще подозрение, очень сильное подозрение, возвращаемся к населению, что показатели численности населения Японии завышены. И динамика снижения численности населения гораздо хуже, чем мы видим сейчас. Как по-вашему, почему так? Есть предположение?
Нет никаких предположений, да? А, нет, это к развитым странам. Ну, например, в США темп прироста населения около 1% в год. Он, кстати, по темпам прироста населения США опережает Китай, где прирост 0,5% в год. То есть, так вот, для справочки. В Бразилии, например, которая, ну, по-хорошему, в промышленном плане развитая страна, а негры что, не люди, что ли? Вот. Например, в Бразилии, которая, ну, в промышленном плане развита, там все-таки авиастроение есть, да, и так далее. Прирост населения тоже там 1,2%. Здесь зависит от страны к стране. Это все любят. А китайцев, посмотрите, у них там любая еда, вот, а вот это вообще на потенцию лучше всего влияет. Нет, в Японии вот такой казус со статистикой возникает из-за чего? Есть нередко происходит ситуация, когда вскрывается, что родственники банально не сообщают соответствующие соцслужбы о том, что их там папа, мама, бабушка, дедушка умерли. И продолжают получать пенсию. При этом у долгожителей в Японии пенсия коэффициентная. То есть чем дольше ты живешь, тем больше тебе пенсия выплачивается. Поэтому в Японии такое количество рекордсменов по возрасту. Правда, их всех в глаза никто не видел. И нередки случаи, что когда соцслужбы вдруг это вскрывают, то есть там приходят на дом, смотрят, а там нет никого, происходит очередной скандал. Ну, естественно, там родственников требуют, заставляют выплатить штрафы и так далее. С чем это связано? Во-первых, бред, да, то есть как это можно там не доложить соответствующую службу, да, и так далее. А дело в том, что соцслужба даже не может проверить. Опять же, тот же самый фактор недостатка рабочих сил. Когда говорят, что одна нация честная, другая нечестная, это стереотип. Вы знаете, как переводится якудза? Ну так, навскидку. Откуда вообще этот термин пришел? У кого-нибудь есть мысли? Ну так слово о честности, кстати, будет. Якудза – это сочетание двух слов. Яку и дза. Это самая несчастливая, самая плохая комбинация карт. Я не помню, как это карточная игра в Японии называется. Это достаточно популярная азартная игра карточная. Ну, наподобие что-то покера там туда-сюда. Дело в том, что после окончания междуусобных войн и установления жесткого сёгуната многие самураи, им делать было нечего, они стали заниматься всевозможным бизнесом. Вот. И многие из них перешли на службу всевозможным мафиози, то есть преступным кланам, которые крышевали торговлю, азартные игры, проституцию, в общем, и прочие благородные виды бизнеса. И наибольшее распространение получила, учитывая, что Япония страна с давними традициями частной собственности, там, в частности, есть отели, которыми одна и та же семья владеет там, почти 1000 лет. И это тоже способствовало более раннему, достаточно опережающему развитию индустриализации в зачаточной форме. То есть на момент сёгуната, это примерно 16-17 века, уже в Японии есть такие достаточно неплохие мануфактуры, обширные, большие. И там, естественно, в определенной форме такие не феодальные, а капиталистические отношения, то есть работодатель платит работнику зарплату. И вот эти честные японцы, честные работодатели, регулярно нанимали шулеров с тем, чтобы они обыгрывали их работников после зарплаты. Ну, деньги надо вернуть. Ну, это по поводу честности японцев. И если бы они были такими честными, то вот эти ситуации, когда, ой, знаете, мы 5 лет там никак не могли дойти до соцслужбы и сообщить, что дедушка все-таки уже умер. Но пенсию-то вы получали. Да? То есть это полностью противоречит этому утверждению, что они честные. Нет честных наций, нет нечестных наций. Есть люди. И вот, периодически такая ситуация всплывает. Но почему она вообще имеет место быть? Опять то же самое, демография. У соцслужб банально не хватает рук. Вот чтобы пройти и всех проверить. Потому что это надо прийти и проверить. А заставить, чтобы именно бабушка-дедушка выходил, да, в соцслужбу получал деньги. В Японии достаточно высоко развитая страна, там безналом все это идет. Ну вот карточка есть, да, перечисляют туда деньги раз в месяц.
пенсию там, и так далее. Замечательно. Как они это вскрывают? Медицинские учреждения подают отчеты. И там, например, вскрывается, что вот, например, такой-то там дедушка, которому там 97 лет, вот уже 3 года не приходил ни разу, его там родственники даже не привозили в больницу и ни разу врача для него не вызывали. Может быть, стоит проверить, да, то есть пока там в медицинских учреждениях тоже все это вот там соберут данные, сформируют отчеты, это тоже трудозатраты, человеческие затраты. И пока из соцслужб выделит соответствующего человека, чтобы он туда пошел, а рабочих рук не хватает. Поэтому есть очень сильные подозрения у многих, что в действительности демография в Японии еще хуже. То есть долгожителей там меньше и численность населения тоже меньше. Но это вот по так называемым данным, которые дают японские статведомства, на основе, естественно, в том числе тех количества тех людей, которые получают там пенсионные выплаты, социальные выплаты и так далее. Таким образом, мы приходим к пониманию, что демография является ключевой проблемой для Японии. Она становится основополагающей. То есть именно она причина поведения Банка Японии. Банк Японии не смотрит ни на инфляцию, ни там на еще что-то. Его волнует вопрос демографии. Именно по этой причине Банк Японии ведет себя порой иррационально и принимает решения, которые идут вразрез с общепринятыми нормами. То есть инфляция у вас подскочила, вы ставку не трогаете, а потом начинаете ее снижать. Абсурд. Делается именно это. Итак, то есть теперь подходим к другому моменту. Внутренний рынок у нас полностью насыщен. И за счет того, что численность населения убывает, молодежи достаточно мало, ему некуда расти. То есть точек роста внутри Японии уже не осталось. Там некуда вкладывать, чтобы экономика развивалась. То есть просто некуда. Единственное, они могут за счет экспорта, но тем не менее экспортные рынки, они тоже уже проигрывают Китаю, который развивается гораздо быстрее сейчас и, в общем-то, по многим параметрам не уступает Японии. Вот эмиссия денег в этой ситуации за счет финансирования госдолга по большей части позволяет лишь ситуацию немножко поддерживать на плаву, то есть обеспечивать, финансировать все вот эти вот безумные вещи. Ну и, соответственно, раз демографический аспект является основополагающим для Банка Японии, его политика явно в ближайшее время меняться не будет, потому что демография ситуации не улучшается. Итак, значит, подходим к рассмотрению графика. Да? То есть мы помним, что с 2007 года по 2011 полностью иена укреплялась. Причина – это, как ни странно, эмиссия денег, но прямое финансирование госдолга, то есть деньги не выходят за пределы Японии, и подключение к этому процессу японских корпораций. То есть они тоже увеличивают свое вложение в госдолг. Таким образом, при этом для японцев вложение в госдолг достаточно неплохое по внутренним меркам вариант. Дело в том, что, там, например, по японским облигациям может быть доходность чуть-чуть выше 0%. Это всяко лучше, чем депозиты банковские, потому что банковские депозиты, у них там около минус 0,5% ставка. То есть вы вложили, положили деньги на вклад на год, через год забираете на 0,5% меньшую сумму. Отличная прибавка к пенсии. Также там в Японии распространено хранение денег в почтовых отделениях. Они тоже выполняют функцию банков, но они берут просто на хранение деньги, ставка 0%. Это всяко лучше, чем в банке. То есть даже ставка процентной, они пытаются стимулировать хоть как-то внутреннее потребление, не помогает. То есть это не работает. С такой демографией это уже не поможет. Что же у нас происходит после, вот где-то, давайте вернемся к графику, где у нас уже есть все. Вот у нас примерно конец 2012 года и начинается ослабление иены. Вот тут она почему-то начинает дешеветь. Вопрос, в чем же дело? Есть у кого-нибудь предположение? Ну, мысли есть какие-нибудь? Почему с 2012 года, почти с конца 2012 года,
где-то с осени, по весну 2015 года иена дешевеет. Какое-нибудь есть предположение? Нету. А что стало, скажем так, отойдем от японцев. Еще 12-й год. Есть такой ФРС. Что мы начинаем слышать? Фукусима. Цунами. Да, это был 12-й год, совершенно верно. И что это могло запустить настолько продолжительное ослабление иены? Вообще вопрос Фукусимы можно разобрать как и повод для ослабления, так и повод для укрепления. Здесь кто как будет смотреть. То есть здесь нужен был несколько более мощный фактор, либо дополнительный сторонний фактор, который должен был ну, позволить всем нужным инвесторам определиться. Печатать они начали с 2007 года. Они с 2007 года уже печатали деньги. То есть в 2012 году ничего не поменялось в этом плане. Происходит другое. ФРС. Вот тут полностью все как надо. Уже в 2012 году всем стало понятно, ФРС не будет больше создавать новых программ количества обеспечений. То есть QE3 это конец. При этом всем становится понятно, что ФРС неизбежно одновременно вместе с этим начнет увеличивать процентную ставку. В самой Японии вкладывать некуда. Уже все. То есть вот везде вложили. Да, Фукусима, но извините, те же самые корпорации еще в 2007 году, в 2008 году поддерживали национальное правительство, дополнительно финансируя его госдолг, что мы видели из сочетания эмиссии денег и роста госдолга. То есть эмиссия не покрывает этот рост. Японцы крайне консервативны в плане вложений, то есть японцы практически не вкладывают в в рынки с высоким риском. Принципе, учитывая, какова экономическая ситуация в самой Японии, даже 1% дохода для них уже неплохо. То есть для японских корпораций, для японских банков это уже неплохое вложение средств. Под 1% это уже круто. Вкладываться куда-то под 10 японцы мало будут. Ну, это прекрасно видно, например, по Африке, по Латинской Америке, где экспансия японского капитала крайне мала. То есть там практически незаметно, хотя вроде бы крупные корпорации есть. При этом японцы, например, активно стали вкладываться в Китай только после того, когда Китай и США договорились. США начали сами инвестировать в китайскую экономику, и японцы пошли за ними. То есть японцы сами не будут вкладываться под свой страх и риск какие-то рисковые операции. Это и есть такая особенность, крайняя осторожность. В чем-то она разумна. С другой стороны, если у вас такая демографическая проблема, то, наверное, вы не имеете права рисковать. То есть это тоже накладывает свой отпечаток. И вот становится понятно, что ФРС начнет ужесточать монетарную политику. Это неизбежно скажется на доходности вложений в американскую экономику. Это уже сказалось. Мы уже давно это наблюдаем. По сравнению с тем, что было, например, в том же самом 2011 или 2012 годах. И японцы первыми, имея гигантские свободные средства за счет и эмиссии денег, и просто огромного госдолга, то есть можно спокойно принятого бюджетом и впущенного в оборот. Монетизация японской экономики превышает 200%. То есть ВВП, условно говоря, там 5,5 триллионов долларов, да, а в денежном выражении, в долларовом выражении, в
вся наличная денежная масса, не только наличная, но и на счетах, остатки на счетах, то есть со счета до востребования, превышает 11 триллионов долларов. То есть они сидят просто, вот, просто сидят на мешке с деньгами. И вот их, по сути дела, и протеже, и патрон, и ближайший экономический партнер США уже становится ясно, переходят на более жесткую модель, на более жесткой политике центрального банка. Наверное, логично, что с такой моделью поведения, с таким количеством денег, вы начнете часть денег вкладывать в американскую экономику, в доллар. Да, иена, это японцы начали делать это первыми. И поэтому иена стала первой, кто начала дешеветь еще до завершения программы по количественному смягчению. Потом уже стали дешеветь там евро, фунт. После, они где-то с 2013 года начали это делать. Валюта развивающих стран, это на них это отразилось в 2014-2015 годах. То есть вот этот поток капитала начал идти, постепенно выходить за пределы Японии и идти в американскую экономику. Давайте посмотрим через госдолг. Обратите внимание, вот у нас последний рост, резкий рост госдолга, это 2011 год. Да, еще подросло чуть-чуть в 2012, совсем чуть-чуть. Немножечко в 2013, то есть мы видим, темп резко замедлился, роста госдолга. То есть, в общем-то, дополнительных ресурсов, финансовых ресурсов для поддержания госдолга не требуется. То есть, действительно, японские банки оказались с огромной свободной денежной массой. И она пошла в США, в первую очередь, в американскую экономику и в доллар, естественно. Поэтому мы здесь и наблюдаем вот такое вот резкое ослабление иены. Причем, ну нет, не резко, оно очень продолжительно. Обратите внимание, оно длится почти 4 года. Почти 4 года. Это достаточно длительный период времени. Замечательно. С этим мы немного разобрались. Но возникает вопрос, а дальше вот это вот ослабление, точнее укрепление иены с лета 2015 года где-то до лета 2016 года. Что у нас происходит здесь? Ну да, я могу посмотреть на ставку рефинансирования, но странно, да? Это было совсем недавно, и опять же, надо смотреть на то, что происходит за пределами Японии в данной ситуации. Потому что, как мы видим, ставку они снизили до минус 0,1 в самом начале 2016 года. То есть вот это укрепление иены происходит до. Скорее, это укрепление стало следствием. Точнее, снижение ключевой ставки рефинансирования стало следствием этого укрепления. Еще раз говорю, надо посмотреть за пределы Японии, вот так вот по миру, что вот в этот период, где-то вот там вот с середины 15-го случилось. Ну, неужели никаких мыслей? А не совсем, это Европа, подсказка. Ну, какие мысли? Количество смещения кого? Совершенно правильно. ЕЦБ запускает печатный станок, который, скорее всего, они не остановят в декабре. Они, конечно, били себя пяткой в грудь очень активно, ребята, но я так подозреваю, что, учитывая, какие последние данные по инфляции вышли, мы в этом месяце увидим опять, ой, не шмогла, так вот так сложилось, продлеваем еще на полгода. До лучших времен, как говорится. Я вот почти убежден, что мы увидим именно такую картину.
Да, ЕЦБ запускает печатный станок, и это сказалось очень серьезно на евро. По сути дела, любопытная картина, что эмиссия денег ЕЦБ очень слабо сказалась на развивающихся рынках. То есть, если эмиссия, печатный станок ФРС молниеносно отразился на всех валютах мира, они все подорожали по отношению к доллару, то есть вот просто деньги расползлись повсюду, раскидали их, то эмиссия денег ЕЦБ не привела к такой же картине по всему миру, но способствовала укреплению доллара, иены, франка в некоторой степени. То есть здесь мы видим достаточно ограниченное распыление денег, больше напоминающее то, как себя повели японские банки. То есть тоже достаточно консервативно, не особо рискую. Хотя экспансия европейского капитала по всему миру, конечно, существенно больше, чем японского. Вот просто намного больше. Поэтому часть денег стала перетекать в иену. Несмотря на то, что вроде бы туда вкладывать некуда. Но с точки зрения, например, Европейского банка, он, во-первых, по нормативам часть активов просто обязан держать в бумагах там, с наивысшим кредитным рейтингом определенным. А под этот кредитный рейтинг подпадают почему-то только страны, так называемые союзники США. Вот исключительно. То есть на законодательном уровне они обязаны инвестировать, там, грубо говоря, в себя и в своих союзников. Это на уровне закона прописано. И естественно, что если немецкий банк хочет увеличить свои вложения, например, в Турцию, куда ему вкладывают очень круто, или, например, вложить там, деньги в строительство Северного потока 2, что они тоже делают, они не могут просто взять и это сделать. Они вынуждены сначала увеличить долю своих вложений там, в развитые рынки. У них от этого высвобождается ряд нормативов, и они могут уже вот там всякие Турции, Ираны, там, Египты вкладывать. И куда запихнуть? В саму Европу запихивать некуда. Они там прекрасно видят ситуацию в Европе. Они говорят, не, ребята, давайте, например, там, в японский фондовый рынок вложим. Часть. То есть не все, но часть. И это тоже способствовало такому определенному укреплению иены, но, как мы видим, не сверхъестественным, то есть не тому, что было с 2007 года, когда было почти 125 йен за доллар, а потом мы спустились до там, 75 практически йен за доллар. Здесь мы видим движение лишь где-то со 125, условно говоря, до 100. То есть движение, ну, как минимум в 2 раза слабее. Ну, показывает, в общем-то, и мощности ЕЦБ. Вот это укрепление иены напугало японцев, потому что ослабление иены они все-таки видели как благо. И когда происходило Фукусима, я прекрасно помню выступающего тогда Куродо, который вот просто, вот я помню, мы сидели в офисе тогда, в банке, и у нас висел экран. Ночь, Курода стоит, там куча прихлебателей, зонтики над ним держат, там дождь, видимо, шел, ну, цунами все-таки. И он прям на улице стоит и кричит, чуть ли не орет, что мы не допустим укрепления иены, иена должна сейчас ослабнуть для того, чтобы поддержать японскую экономику. Нам нужна дешевая иена для восстановления экономики. То есть тогда была риторика такова. Когда иена стала дорожать, уже после действий ЕЦБ, для Банка Японии тоже стало, ну, таким плохим сигналом. Банк Японии, как мы видим, в начале 2016 года тут же снижает процентную ставку до минус 0,1%. Учитывая, как вообще, в принципе, по этому графику и по ситуации, мы видим, что иена достаточно слабо реагирует на регулятивные меры Банка Японии, то есть какие-то процентные ставки, там еще что-то, то неудивительно, что отскок, вот это восстановление иены там до 120 практически, происходит с запозданием. То есть до парней пока дошло, как говорится. Такое вяло текущее. В дальнейшем мы видим постепенно такое болтание, то есть амплитуда колебаний в таком большом масштабе становится все менее и менее заметной.
первый вывод, который серьезно мы можем сделать, это то, что непосредственно сама политика Банка Японии не оказывает прямого существенного влияния на иену. Тут гораздо больше другие факторы. И госдолг Японии, и демографический вопрос, и насыщение внутреннего рынка, по которым ситуация такова, что дальше некуда. То есть что-то здесь сейчас делать я не знаю как. Да? Банк Японии проводит плохую политику, но судя по той ситуации, которая есть в Японии, другую политику они проводить себе позволить не могут. У них нет такой роскоши. Поэтому, скорее всего, мы в ближайшее время будем продолжать наблюдать вот такое вот болтание здесь, причем со все более и более слабой амплитудой. И на прошлом вебинаре кто-то сказал, что Куродо заявил о том, что к концу года иена будет по 100, доллар будет по 110 йен. Вполне возможно. Ну, не 110 именно, но где-то вот в этом районе, то есть там вполне. Потому что ничего конкретно не поменяется. Банк Японии в силу внутренних факторов ничего не поменяет в своей политике. То есть единственное, что может сейчас изменить ситуацию, хоть как-то, это Банк Японии начнет повышать процентную ставку, даже не прекращая действия программы количественного смягчения. Потому что эмиссия денег Банком Японии, она никак не сказывается на внешних рынках. Она только лишь поддерживает госфинансы, больше ничего. Повышение процентной же ставки приведет к улучшению, к росту доходности японских облигаций и, соответственно, в рамках, опять же, тех же самых законодательных требований и нормативов, крупные инвестфонды, западные, в первую очередь пенсионные фонды, они будут увеличивать, наращивать свои вложения в японские активы. Это будет, конечно же, позитивным фактором для иены, то есть она будет дорожать. Но, опять же, Банка Японии ситуация такова, что он не может себе позволить иметь дорогую иену. Вот просто не может. Так что, скорее всего, практически наверняка, по крайней мере, пока Куродо будет возглавлять, продолжать Банк Японии, а это еще какое-то время, плюс, учитывая состав управления Банка Японии, а следующий глава Банка Японии будет избран из текущих членов правления, ничего не поменяется, потому что была оппозиция Куродо, там почти два года назад разразился скандал, потому что в Банке Японии начался конфликт. Один из членов правления напрямую, в открытую, в прессе даже говорил, что та политика, которую мы проводим, самоубийственная. Мы должны ее менять, мы должны начать повышать процентные ставки и так далее. Весь конфликт закончился уходом этого члена правления из Банка Японии полностью. То есть в Банке Японии на данный момент нет никого, кто мог бы этот корабль развернуть. То есть у них ничего не поменяется. У них просто все останется так же, как есть. Мы видим, что некоторые внешние факторы тоже могут повлиять на иену. Причем мы это видим достаточно устойчиво где-то с 2012 года. Какие у нас в ближайшее время ожидаются серьезные, ну, ожидаемые такие, возможно, финансовые потрясения? Ну, первое, что напрашивается, конечно же, вот первое в голову приходит, ФРС, повышение процентной ставки. Забыли. Это давно уже всеми учтено. Это на иену практически, ну, нет, внутри там как-то поколеблется, было 115, стало 110, условно говоря. Это несущественное изменение. В рамках таких масштабов это несущественно. Плюс это будет непродолжительно. Что? ЕЦБ. Вот ЕЦБ способен кардинально поменять эту ситуацию. Если ЕЦБ свернет наконец-то программу количественного смягчения, то можно смело ожидать в течение полугода-года устойчивого ослабления иены. То есть европейские банки начнут сворачивать свои вложения. Это тот фактор, который действительно окажет существенное влияние на иену. Если смотреть на текущую картину и, предположим, исходить из прогноза Куродо, 110 йен за доллар, остановка печатного станка в Европе вполне спокойно может привести попытки дойти до 130 за доллар. Конечно, потом они вернутся где-то в районе 120-125, скорее всего, туда. Но в коротком промежутке времени это может стать 130. То есть на непродолжительное время. По-хорошему, никаких других факторов, то есть эти брекситы, шмекситы на иену никак не влияют. Мы видим, что здесь нет этого. То есть на данный момент иена по большей части зависит именно от ЕЦБ. Действия ФРС
в общем-то, прогнозируемы. Они давно учтены всеми. Действия Банка Японии никак не будут меняться. То есть, вот как они ведут себя, так и не будут вести. У них ничего не поменяется. То есть, вся надежда только на ЕЦБ. Но, скорее всего, ЕЦБ программу количества смягчения не свернет. И мы дальше поедем, будем болтаться вот в этом диапазоне, грубо говоря, от 105 до 115, там, до 120. Вот так вот туда-сюда. При этом постоянно, постепенно вот эта амплитуда будет все меньше, меньше, меньше. То есть в какой-то момент мы дойдем до уровня 110-115, и в нем будем болтаться, условно говоря. Вот такая вот картина была, в общем-то, безрадостная. То есть, во-первых, в самой Японии плачевно все, к сожалению, к несчастью для японцев. Да? А так и печально тем, что, в общем-то, мало что может изменить эту картину в ближайшее время. Вот такой вот примерно расклад получается по иене. Но еще раз говорю, а провести хоть какой-то анализ этого дела было крайне сложно в таком масштабе, потому что пришлось заглянуть вот в эту реальную экономическую ситуацию, японскую, крайне печальную и плачевную. Поэтому картина вырисовывается такая вот у нас. Ну, вот с иеной получается таким образом. Давайте мы с вами что сделаем. Я сейчас дам адрес электронной почты своей. Если кому-то нужна будет запись вебинара, надеюсь, на этот раз технических сбоев не будет, как в прошлый раз, то, пожалуйста, пишите, пришлю. Далее, если будут в дальнейшем тоже какие-то вопросы возникают, пишите, без всяких проблем. Буду отвечать на вопросы. Не обещаю, что сразу. Да? То есть, скорее всего, сразу в моменте я на вопросы не отвечу. То есть, там, придется подождать, там, возможно, день-два, потому что тоже и загрузка большая и так далее. И в режиме реального времени точно не буду отвечать. Если у вас есть вопросы сейчас, то задавайте. Также хочу анонсировать, что в ближайшее время, скорее всего, наверное, со следующего года мы перейдем, возможно, это частично, пока в теории рассматривается. Перейдем на трансляцию вебинаров через YouTube. Естественно, с возможностью там посмотреть эти записи. Вот. И в свое время я анонсировал проект, видеопроект тоже на YouTube. Это не сколько повышение финансовой грамотности, так называемое, а именно разбор базовых экономических понятий. Потому что с ними очень большая-большая проблема у многих. То есть кто-то там о чем-то по телевизору говорит, а о чем мало кто понимает. Да и зачастую сами говорящие тоже мало что понимают. То есть такой детальный разбор того, что такое инфляция, что такое статистика, можно ли подделать статистику, да, там, ну и вот так далее, там, по всем параметрам, показателям, которые являются ключевыми и аналогичными для любых там, экономических моделей, общественных формаций, как некоторые любят говорить, там, такие умные слова. И так далее. То есть, например, инфляция, она везде инфляция, она везде подвержена одним и тем же законам. Всегда. Да, то есть она просто-напросто в зависимости от какой-то специфики может принимать разные формы. Но суть от этого процесса не меняется. И вот данный проект вроде как, если все пойдет, как говорится, мы начинаем запускать уже вот буквально там через неделю и, возможно, через... Ну, не сразу, там, 10 числа, но, возможно, уже в середине следующей недели, либо к концу следующей недели будут появляться первые видео с такими вот уроками, короткими лекциями. Постараемся делать короткие, где-то на 15, может, 25 минут. Потому что там по часу-полтора какое-то видео, где я буду сидеть и что-то там вещать, я думаю, не, ну, кому-то, может, будет интересно, я тоже так лекции слушаю там, по истории, по... биологии, просто включаю YouTube, да, он там как радио работает, но я думаю, что не все так делают. Поэтому постараемся делать короткие, достаточно емкие. Вот. Ну, это вот такой вот анонс. Ну, и если у вас, я говорю еще раз, сейчас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов, да? Друзья мои, я понимаю, такой поток информации был, который тоже надо переварить.
поэтому я не просто так даю адрес электронной почты, нет, не удается сейчас сформулировать вопрос, потому что занят мозг перевариванием информации. Ничего страшного, пишите на почту вопросы. Почему нет? Я говорю, вот этот интервал там 100, грубо говоря, я бы сейчас сказал, интервал 105-115, в общем, нормально для вены. Такая вот амплитуда колебаний. Ну там ладно, там 110-115. То есть она сейчас же примерно в этом диапазоне. Да, она может ходить наверх, потом вниз, наверх, вниз. И вполне логично, что сейчас она постепенно дойдет до 115, будет немножко дешеветь, потому что все-таки есть в воздухе, витает вот эта вот надежда, что черт, ЕЦБ все-таки свернет программу количественного смягчения. Но ближе к концу года, конечно же, ближе к заседанию, всем станет понятно, и особенно после заседания, что программа продлятся, продлят, и вот тут, конечно, иена начнет возврат от 115 где-то к 105. Примерно вот так вот. То есть здесь мы будем смотреть на ЕЦБ, и пока все ждут этого заседания, будет, конечно, такой определенный, по большей части, негативный фактор для иена. Так, еще вопрос. А, да, и что мне посмотреть на следующий раз? Я, честно говоря, взглянул одним глазом на швейцарский франк, сразу скажу, я пока не готов. То есть там я крайне редко смотрю на швейцарский франк, поэтому я вот сейчас так вот взять и начать его разбирать не смогу. То есть это, наверное, попозже. Надо с ним поработать немножко. То есть я могу, там, можно будет посмотреть, попробовать посмотреть, например, там, не знаю, канадский доллар, австралийский доллар, тоже было бы любопытно. Но вот про швейцарский франк точно нет. На следующую неделю мы франк смотреть не будем. Ну, я понял. То есть на мое усмотрение канадский доллар или австралиец. Знаете, фунт во многом, он очень сильно коррелирует с евро, а евро смотрели на прошлой неделе, я думаю, что нет никакого смысла так вот часто их смотреть. Возможно, фунт есть смысл посмотреть на там через раз. Да, вот это будет вообще ближе к концу года, то есть вот от того, что мы смотрели по евро, немножко отойти, там может быть даже несколько ситуаций поменяется. Ну, она может поменяться, потому что у них же вот 11 декабря заседание в парламенте. Веселое шоу будет, надо будет попкорн закупиться заранее. Так что лучше фунт смотреть уже после. То есть, может быть, там будут уже какие-то признаки зарождения новых трендов по фунту. Поэтому лучше по нему все-таки попозже. Давайте правда, может быть, правда, на следующей неделе в Канаде или Австралии. Я посмотрю, что там полюбопытнее будет. Конечно, скорее всего, я склоняюсь к канадцу, потому что австралиец во многом будет зависеть еще от китайской статистики, и нам придется тогда при его рассмотрении активно окунуться в Китай. Я думаю, многие пока к этому не готовы, потому что еще смотрю, что у этих там происходит. Да? Это будет, наверное, вообще космос какой-то. Поэтому я думаю, канадец. Скорее всего, будет так. Ну что, друзья мои, если вопросов пока больше нет, почта, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Причем по почте мне несколько проще, потому что по почте я могу дать очень развернутый ответ, как вот был на прошлой неделе вопрос, мне был задан достаточно такой обширный. Да? Я даже удивился, что человек не поленился и посчитал, сколько строчек я написал. Я даже не задумывался. То есть, когда по почте я могу дать более такой развернутый, более детальный ответ, потому что я могу данные всегда посмотреть. Сейчас вот так вот сходу придется просто с головы брать, так вспоминать, так, где это было. Ага, вот это вот, да. А сами понимаете, память у нас несовершенна, она порой дает сбой. Вот, так что на почту спокойненько потом пишите. Вот, ну а пока тогда, что ж, я предлагаю нам сворачиваться. Огромное вам спасибо за внимание, на самом деле. Я надеюсь, это было полезно, познавательно. То есть вы для себя что-то новое почерпнули, это самое главное.
посмотрели на вещи чуть-чуть под другим углом, это тоже всегда очень важно. На любое явление надо смотреть под разными углами. То есть с одной точки, потом отошли с другой точки, так с трех, четырех, пяти точек посмотреть, чтобы была более полная картина. Я желаю вам хорошего вечера, удачной недели боевой. Ну, конечно, можно было бы уже, как у нас уже декабрь же начался, да, то есть уже можно поздравить всех с наступающим. Всех наступающим заранее. И я надеюсь, до новых встреч. Удачи, до свидания.